Ханата трил мага тыгдах хан пан. Жадка ужих по полю бегает. Третий круг. А вот это справа, короче, за лесополка. Это что, тоже ваше поле? Конечно. Хуй, там у вас делянки. Там наш тут агрожет, как его. Агробизнес. Агрохолдинг. А, даже. Я думал, у вас агрофирма. Нет, у нас агробизнес. Свободное сельское поселение. Контр. То я мотоканала. У нас на КАМАЗе номера украинские, на прицепе европейские. У нас агробизнес Украина, це Европа. Да. Так и называется. УЦЕ. УЦЕ, у того нема. О, да. Где взять, куда ты стоишь. Ну, в принципе. Это сейчас вообще что было? Это что-то. Это Мадьяр 2007? У кого там, точно, это Мадьяр. Кто там животноводством занялся? Не, это уже было производство газов. У кого трубы, ребят? У кого-то там БГА заработало. Подъезжай, я вон боком заехал. А нихера ты баклажан. Ну так видишь, я же это супер мастер парковки. Ну это Данил Иванов, который писал в комментариях. Ссылку на моды просил или что? Не, просто присоединился. Да хватит там убегать, перегеть. Боже. О, Мак, здорово. Мак, заходи к нам, поржем. Чё? Чё у тебя? У меня пиратская версия. Я рад. Чего уж поделаешь? Пожмакать? Чай, кого пират. Пожмакать? Меня. Слушай, я уже не рад. Поднять. Ты знаешь об этом? Только не в эфире, хавай. У меня тостер. А у меня наушники. Сейчас наушники съем. Ну, а потом микрофон. Ну, микрофон. Блин, залезь, страшный ты человек. Мак, а ты тоже зайди, попозорься, тут что ты там в чате сидишь. Это что было? Владик, там перегеть. О, вечер в хату. Вечер в хату. Хата в вечер Рохла. Тебе. У вас же там сидит Рохла одна. Какая? Рохла. Какая из них, ты скажи? Рам 100, Рохла. Нас а ты его откуда знаешь, Дэн? Ты тусовался с ним? Он уехал утром от тебя сегодня? Ну ладно, Дэнчик, как дела твои? Расскажи нам всем. Мы тут все сидим и слушаем только тебя. Ну расскажи, давай. У меня монитор такой, как у тебя же. Не может быть. Да, точно. Да ладно, мы братья по монитору с тобой, значит, получается. Да, мониторовая братья. Технику, короче, перебрасываю границы Украины. Ждите, скоро буду в гостях. А России никто не катал еще? Ну ничего себе, ты застегнул. Ну ты же ждал меня, я иду. Ладно, Жека, ушел я. Давай. Не уходи, ты че нахер ты уходишь? Да не, я на бокс. Куда ты собрался? На бокс? На бок. Да ладно, что ты, подожди, еще только начинается, Дэн. Сбегай в магазинчик, там рядом есть. Это, конечно, замачивай. Да че ты, давай, беги, Дэн. Я говорю, это змей-искуситель, короче. Давай, сейчас сбегай, ладно. Давай, приходи. 15 минут, я сейчас в чате буду, там, с телефона. Окей. Мак. Да вот ты можешь, да? Зараза. Я, ты же знаешь, я мотиватор, у меня такая профессия, мотивирует людей. Суббота, блин, профессия у него. У меня профессия такая, мотиватор называется. Ты там это, закупился-то или нет? Много там купил-то, Мак? Сейчас придет, а там такая тара, знаешь. Бутылки только звенят. Ходя там, ладно, брат. Откуда ты знаешь дорогу? А я сегодня ездил, видишь. Ну давай, там может дополнено. Ну блин, куда ты едешь-то? Да я на карту смотрел, sorry. Да блин, иди назад, блядь. Иди назад, на. Что ты делаешь? Ты видишь, там телега, алло. Все, нормально. Ё-моё, запахал. Погнали. Я не кидаю, просто ты мне говоришь, где, когда, во сколько, я тебе говорю. Не тормози так резко. Ну слушай, ну что ты, блин, это? Ты хоть предупреждал бы, блин. А вы что, не видите поворот? Да я ж не видел, блин. Я даже поворотник заранее слышу. Ну чё, давай, вали на. Мак, а шо у тебя за магазинчик возле дома? Заходи, покупай, называется. Ларёчек какой-то. А что ты взял, расскажи? Нефильтрованный, черниговский? Не, бланк. Оу, еее. Оу, май.
Блин, что вы мне сказали, что надо тормознить? Я же даже выбежал на дорогу. Выбежал на дорогу, я не видел на дорогу. Блин, винограды вообще. Да, это вообще убийство. Модпак, скинь свой, пожалуйста. Да. Сними видео, пожалуйста, со своими модами. Как запаковать модпак? Снять видео. Нет, там типа ему пишут, что сними, пожалуйста, видео со своим модпаком, типа, какие у тебя моды. Жека, скинь мне моды, видос на твой пак, и еще почте пришли на мне ключ от квартиры и перешли мне все имущество. Слышь, Жека, я хотел поинтересоваться, таймлапсы ты пишешь же по-любому? Винограда, проедь вперед. Настраиваешь курс лей. Че я делаю? Ну, таймлапсы пишешь в бригаде, ну, совместно с кем-то. Не могу тебе ответить на вопрос, это секретная информация. А что ты хотел? Да не, просто интересно стало. Интересно? Только настраиваешь на курсплее, впало в ми. А, это уже как додумываешься. Да. Да. $500, и я тебе расскажу. Да. Мак, ну, давай, 300 долларов, и я тебе расскажу. Не расскажет он. Мак, 30 гривен? Ты можешь просто 30 гривен впустую потратить. Вместе с ним, в 30 гривен впустую выкинуть, он ни хрена не знает. Так, ну что, пельмени, поехали, блядь. Камазики, смотрите, как я... Только дистанция что-то... Эдуард, ты какого хера там сидишь? Сюда иди. Ах ты ж Эдуард, блин. Так, я вас догоняю вообще-то, понимаете, нет? Я 89 еду. Так, я догоняю, блин, я да, 80. Да это я 90 спирь. Херашу. Херашу. Блять, тут встречка. Нифига. Кена, ну-ка возвращайся в полу. Ну что, будем пахать на МТЗшка? Да, обязательно. Когда? На ёмзиках-то. Да, когда? Прям сейчас. Ты определился уже, что мы будем пахать? Так какой пахать? Надо доубирать это поле, блин. Мы будем над ним еще два дня. Да, было. Ну-ка, не знаю. Я херень. По-моему, нахрен не отдавал тебе. А, блин, можно было бы драться, да? Типа, раз вырубился там с кулака. Башкой о борт ударил, все затащил под машину. Он, походу, уже все, заигрался. Ай. Карта Новгородовка. Чел. Чел. В чате много полезной информации и много умных вопросов. Что за карта? What is the map? Map из Новгородовка. Дэн, ты скучал по мне? Конечно. Извини, что не отвечал на твои смс-ки. Дэн, ты меня извини, что я не отвечал на твои смс-ки? Конечно, братан. Хлопцы поехали. Был занят, Дэн. Короче, у него Asus и Windows 10 потянет ферма. Слушай, надо Asus 13, тогда потянет. И Windows 15. Так тебя не потянет. И Windows. Windows. А чтобы не Asus был, а Asus. Asus, да. Иисус. Нет, Иисус, да, тянет, а Asus не тянет. В церковь приходишь, и там Иисус, короче, такой... Ты на нем поиграл и пошел спать. Владос, а на чем у тебя тянет 20-го года? Ну-ка расскажи. У него Android. А мне 19-е только тянет почему-то. Гандроид. На Джон Дире у тебя тянет или на чем там? Или на Федоте? На Ютубе. На Ютубе, да, тянет 19-е, а 17-е уже плохо идет. Тяжко. На Яндексе хера вас. О, парниша, не смеши меня. Интересно. Не смеши мои штаны. Ебатрушка. Так, ребята, если кто хочет пообщаться, если у нас сегодня полночный бриз, ночной разговор, так что давайте заходите в Дискорд, мы поговорим с вновь пришедшими подписчиками. Вы нам расскажете что-то интересное, свои проблемы, мы решим все их. Мы реальные психологи. Шоу. Здесь шоу работает команда психологов. Ломание психики ребенка. Так что, ребята, не стесняйтесь, заходите в Дискорд. Ну, честно.
Samsung. Желток, кто ты до этого был? Твой ник. Был бегал. Белок, а потом Желток. Мо, любимый с вами, я Женечка, и сегодня мы будем играть в тракторы. Да, сегодня мы будем играть в тракторы. Короче, это новая РПшка. Я Стасик, Васик и Петрович, сегодня мы играем на поле таком-то, сегодня да, мы тут это... Да, бабушка попросила вспахать огород, сейчас короче, сейчас мы захерачим это поле, блин. Вот КамАЗик едет, едет, набрал 20 километров, да, там, 40. Торможу, останавливаюсь, едем дальше. Он походу, русский язык знает более или менее, или... Делайте как я зашел сразу, чего не понял. И спросил, вышел. Ребята, да. Расскажите да, свой секрет. Потом, в общем, да, ты да. сегодня зашел, давай рассказываешь свою тайную ночь. Свою тайную ночь? Что именно? Ну, любое не что-нибудь, просто... какую-нибудь одну свою тайную ночь рассказывай, которая останется только для нас. Шашомак? Знаешь, какая у меня тайна? Что мне сделать? Давайте его убить. Так, ну-ка заткнитесь все, говорит этот Георгий. Георгий, да. Парашвили. Короче, этот, у меня, знаешь, какая тайна, я, короче, чувствую, что я привязан до комбайна, короче, на парашюте видно, пыли дышу. Чё? Камера. Чё? То, что все видят, то и я вижу. Это нормально? Это же Желток виноват. Короче, я нихера не понял, чё ты там за тайна, чё ты там таскаешь, или чё там у тебя? Bullshit! It's bullshit. Элик, go to donate and I go to... 24-8 streams. Ого-го. Все серьезно пахнет. Понял, с каким акцентом он говорит? Ты, блядь, просто без акцента. Америку отправляем. Дэн, вообще, давай, на билет. Да, я хоть и не разговариваю по-английски, но мне Ачилка говорила, что я говорю с таким русским, как-то без акцента говорит, что типа... The understander didn't behind, да? А куда делись грузовики все-то? Куда мне выгружать? Что вы мне тут мозги парите? Хлопцы. Такое скопление горячей техники. Ух. Ух. Так. У меня в Киеве, короче, муж у бабушки жил когда-то. Муж? Да, муж моей бабушки жил. А, блядь. Ты полный КамАЗ. Где твой? Ты думаешь, блядь, мой муж, что ли? У меня в Киеве, короче, муж. Подожди, а почему бабушка там не жила, а только муж? Ну, потому что они в разводе были. Ага, короче, понятно. Дед он твой, получается. Ездил. Ну, не мой, он, как бы, получается... Ну, ты сказал, дед бабушки. Дед, ну, он муж сказал, ты а. То есть, не мой родной дедушка, ее муж. Ее муж. Получается, ну, второй вот дедушка. Брат. С отцом. Твой брат, получается? В натуре племянник. Старый племянник, который... Старый племянник. Мак, а у вас в Днепре сейчас как с погодой? 12 литров бензина в Днепре. Ты слышал, что в Днепре находится 12 литров бензина? Потом он то, что по официальным данным слил туда. Там больше находится. 92-го. Там больше? Там и всякие есть. Может, я тебе Белоруссии посылку отправлю. Элик, я тоже... Что ты сделал? Оно вверх... Ну, верни его назад. Оно вверх по течению, если что. О, давай я масло поменяю, пока он понят. Я откручу пробку сливную, подожди, сейчас у меня масло в двигателе. Давай, масло поменяем. Сейчас, быстрее. Кардан покрути, посмотри. Сейчас. Они там. Что ты там крутишь, он находился? Это ёп. Так. Опа, а как это вы делаете, хлопцы? Рука. This is fan. Это что? Кто? This is fan? Фен? Фен. This is Fedot. Фен, бля. Там был поворот направо. Едь за мной, я знаю дорогу. Если вы так говорите, я знаю дорогу. Потом... Тут приходится Сусанину ногу рубить. Я не помню, у меня что-то... С клавиатурой какая-то жопа, или что? Да ты что-то... Блядь... Полетел. Да виндивься. Чё, куда дальше поедем? Куда хочешь. Один, а где третий трактор, алё? Второй, блин, на русском. Алё. Какая разница? Где? Здесь в посадке там стоит.
Какой посадки нахрен? А, вот он. Где он был? Он в гараже стоит. Как ты туда заехал? Я говорю, солярку. Солярку сливает. Алёша. Так, я тут. Ты как туда заехал, блядь? Ты кого взял? Зови хозяина, хай магарни всё. Так я и кажу, сколько мы заработали на этой хате? Целых 3 трактора пахало. Блин, где тут нахуй дверь? 500 рублей. Хозяин. Собака убери, сейчас мы ее, блядь, до мотузка привяжем. Ты слышишь, он говорит, даже до мотузка, это же на украинском, блин. Да, да. Ну ты вообще украинец нахрен. Сейчас мотузком его, блядь, перетянем, блядь. Да вот тут. Слушай, что это реально так, что ли, в России там на Кубани говорят? Да. Нихера себе. Деревенский, вот. Пошли дальше. Через хозяин, один. Хозяин, ты чел? Че ты не чел? Сейчас мы твою собаку протянем до плуга и будем ей пахать. Комки разбивать. Типа. А, горчица растет. Горчица растет. Только горчица. Лучше песняка она заезжала. Смотри, Жак. Вон, бачишь, мой белорус слева стоит? Ну, в кучерях. Це бабка мені так палкой по поселку гоняла, щоб я трактор задымився, да, вот там просто загорав. Такой говор, блядь. Чудное, да, поржать? Та, блин, ну, непривычно, а вот що та... в Росії люди вот так говорят. Бачишь, у них багато, да, газ пройдет, свет, все дела. Газ, да, есть у них тут. А, грязюка, ну, еще я грязюка. Грязюку привели. Да. Да, грязюка це той. Да, ты у них столбы даже к бетону примотали. Телепрограмма на газете раньше была. Если у тебя интерната не будет, он не начнется. Это логично. Ну, в общем, друг друга все поняли, что говорить. Да зайди, вот просто посмотри видос, допустим, на Ютубе, там какой-нибудь станицы, там станица. Старокорсунская или там станица Джерелиевская, Ольгинская. Они там шокают, гекают. Вот да, да, там что, есть канал? Деревенский будни, блядь. Какой-нибудь там гуркотил. Ну, канал Старокорсунская. Как там? Станица Старокорсунская. 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 Бринковская. У нас жабаки в Бриньковской живут, а в Ольгинской живут киргизы. А Бринчаковская? Какая? Бринчаковская. Не, Бринчаковская, нет, это Бриньковская. А Бриньковская? Такие названия. Бриньковская. А Бриньковская есть? Как, блядь? Бриньковская есть. Новониколаевка есть. Ближе Краснодарушка, как ты. Новотитаровка есть. Новотитровка? Станица? Да. Кореновск. В смысле, ну, вас 4, а тракторив 3? Ты, ну... Ну, я 4-й. Значит, у нас 5. Брешет. У нас ну, еще-то 5. 3 тракториста. 2 сидят в ком-то из двух тракторов. У нас вообще 6 в Дискорде. Смотри, сегодня не скучно. Так бы я бы сейчас спал и все пропустил. Ладно, все, давайте. Чао, чмоки. Все, пока. Всем пока. Пока-пока.